Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Друзі мої, вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні понеділок, 7 серпня на календарі. І це традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, почнемо з того, що окупанти знову продемонстрували, які вони є терористи, вдарили по Херсону в багатоповерхівку. Багатоповерхівка вночі повністю горіла, як мінімум одна жінка загинула. Мета ударів – це просто тероризм, я правильно розумію? Тому що там же ж ніяких військових об'єктів, це просто правий берег, який регулярно обстрілюють росіяни. Причем именно по жилым объектам. То есть идет обстрел жилых объектов, террор в чистом виде. Но это общая парадигма геноцида, российского геноцида украинского народа. Вот все прифронтовые города, Херсон, Харьков, до Запорожья долетает. То есть особенно большие города, они в зоне риска в таком смысле. Потому пока фронт от них не отойдет, нам надо для того, чтобы обезопасить Херсон, это форсировать Днепр. Даст Бог, в ближайшее время это сделаем. Отодвинем фронт хотя бы километров на 30, на 30 от Днепра, будет от реки Днепр, будет в этом смысле попроще. Ну а по Харькову надо кардинальные меры принимать, потому что пока не нейтрализуем Белгород, так как из-под Белгорода в основном идут обстрелы С-300 российскими. А это значит, надо принимать решение на заход на российскую территорию и уничтожение российских военных объектов в районе Белгорода. Иначе Харьков у нас также будет под постоянным обстрелом. Головна новина за останню добу, пане Роман, звісно, це влучання в два надважливих моста, які використовували росіяни. Власне, це є Чонгарський міст, про який ми завжди говоримо. Ось є відео вибуху, влучання і також наслідки, як він виглядає. І от є, так? І про це говорить сам Сальдо. І міст в Генічеську також ми влучили, також є кадри. Також бачимо, що він похилився йому і він втомився. Ось так от. Наскільки важливі ці мости, пане Романе, наскільки воно вплине на логістику росіян перекидання з тимчасово окупованого півострову Крим? После того, как начали уже работать и по Чонгарскому мосту, и вот в районе Генеческа, это мост на Арабатскую стрелку. Арабатская стрелка с материковой Украиной только через этот мост сообщается. Потому уничтожение и одного, и другого моста, скорее всего, говорят о замысле нашего командования взять в большие клещи, так называемые, в большие клещи Херсонско-Запорожскую группировку. Выйти, вот почему эти два моста? Сейчас идет работа в районе Работино, и общее направление движения там видно на Азовское побережье, восточнее Токмака, восточнее Мелитополя, то есть выход на Азовское побережье, отсечение Запорожско-Херсонско-Крымской группировки. Так вот, вот такой выход. А вот так как мы перерезаем сейчас мосты с Крымом, восточные мосты с Крымом, но Армянск, район Армянска, Перекоп, его там взять под огневой контроль сложновато, хотя возможно. Но выход на Армянск, скорее всего, будет планироваться как раз после форсирования Днепра. И вот после выхода на Армянск из-под Херсона, из-под тех же Олешек, мы практически берем в большие клещи херсонскую группировку, херсонско-запорожскую, вот, которая сейчас в Энергодаре. И тот же Токмак, и тот же Мелитополь. То есть нет смысла тогда с ними будет биться, так сказать, пока у них есть сообщение с Россией. А после того, как вот такие мероприятия будут проведены, это будут такие серьезные большие клещи, в которых около 70 тысяч, да, до сотни тысяч российских войск будут закрыты в большой котел. И по большому счету выполнить, в основном у них останется вот это передвижение только через Арабатскую стрелку и Чонгар. А если эти мосты будут уничтожены, они однозначно будут уничтожены, то намечается такое реально большое окружение россиян в этом районе.
Ну, до речі, вчора було, ми говорили про те, що вчора було День повітряних сил України. От, очевидно, Залужний так гарно привітав, тому що це, я правильно розумію, пане Романе, це ключова логістика на південний напрямок. І тепер вони будуть через Таганрог все перекидати? Нет, это же вот как раз я об этом и говорю. У них есть, остается движение через Армян. То есть сейчас, на данный момент, после того, как мы эти два моста взяли под оперативный контроль, они сейчас все перебросят, все, что идет российское с Тамани через Керченский мост, перебросят через Армянск. И вот через Армянск они через Перекоп будут снабжать Херсонскую и часть Запорожской группировки. Ну, а основная часть, конечно, будет, как и шла, через Ростов и на Бердянск уже с востока. А вот подготовка, выход на Армянск наших войск, а там с Олешек чуть больше 70 километров. Выход на Армянск, и вот после этого мы их тогда запечатаем. И в Крыму запечатаем крымскую группировку, и херсонскую группировку, вот эту, которая в Энергодаре, в Токмаке, в Мелитополе, мы также ее закроем после того, как пересечем в сухопутный коридор. То есть здесь довольно-таки интересные ходы просчитываются сейчас, уже сейчас просчитываются, которые готовит наш генштаб. Ничего они противопоставить таким ходам просто не смогут россияне, так как у них получается здесь даже сразу рассечение одного большого мешка на два окружения, на крымское оперативное и на херсонское оперативное окружение. То есть неплохо действие, я думаю, в течение пару месяцев его можно выполнить. Пане Романе, в нас є інформація, що вчора ввечері аеропорт Внуково в Росії, в Москві, був закритий, зупинено 26 рейсів, і було повідомлено про так званий план «Кавьор». Коли і що це, коли його оголошують і чому його вводять? Це тоді, коли є можливість або вероятність удару, допустимо, нанесення якихось повреждений тому же аэродрому или неопознанные объекты, которые в районе аэродрома намечены. План «Ковер» — это всех садят, никого не выпускают, а все, которые заходят на посадку, их уводят для посадки на других аэродромах. То есть зачищают, называется, зачищают воздушное пространство. «Ковер» — это значит, все сидят на ковре, всех посадили. То есть это опять же стандартное действие, это протокольное действие безопасности до выяснення принадлежності судна або до його уничтожения. Пане Романе, стало відомо про те, що в Німеччині депутат від партії Шольца заговорив про ракети «Таурус», які нам не хотіли передавати. І каже цей депутат, що рано чи пізно все-таки ще буде уряд вагатися, але нам ці ракети передадуть. Як ви вважаєте, чи все-таки справді Німеччина нам надасть ці ракети? І наскільки вони зараз нам потрібні на фронті, зважаючи, що в нас є Storm Shadow і Scalp? Це така ж ракета, як Scalp і Storm Shadow, тільки з більшою дальністю. А смисл такий же. Так же, така ж приблизно бойова частина, така ж система наведення. И примерно такие же системы подвеса, потому подвеска одинаковая примерно. Потому мы с удовольствием, конечно, возьмем «Таурусы», тем более очень хорошо работают «Шторм Шэдоу», очень хорошо работают «Скалп». Вот я думаю, все-таки не «Шторм Шэдоу» отработали по мостам, а уже, наверное, «Скалпы». Они в эфире появились, потому я думаю, как раз это уже их работа. Ну, власне, до речі, в нас є відео, Зеленський якраз демонструє, як підлаштовані скелпи на Су-24. Відповідно, ось вони. Скажіть, будь ласка, ми можемо їх облаштовувати лише на Су-24? Поки на даний момент, ну, із тої інформації, яка є, по крайній мірі, тільки підвеска на Су-24, є перехідники з «Торнадо». Вот они, это переходники, пилоны, определенным образом обработанные. Они увеличивают наши пилоны, которые стоят на Су-24, но под них можно вешать в том числе и скалпы. То есть и Storm Shadow, скалпы, и Таурусы. То есть это эти ракеты, которые загружаются информация на земле, у летчика задача только их поднять, вывести в точку пуска и произвести сброс. Дальше ракета запускается,
и идет сама по тем координатам и по тому маршруту, который заложили в нее инженеры специальной инженерной службы СИСа, которые управляют этими ракетами. То есть в таком упрощенном варианте наши самолеты пока только Су-24 могут их нести. Дело в том, что это очень тяжелые ракеты. А Су-24 это фронтовой бомбардировщик, который может их поднять в воздух. Две штуки каждый может поднять. Пане Романе, британська розвідка передає наступне, що росіяни втратили вже половину своїх десантних військ в цій війні в Україні. Вони кажуть про цифру в 15 тисяч десантників, це 200 і 300. Скажіть, будь ласка, наскільки десантні війська, їх називають елітними, так, в Росії, вони є потужними і чи це є серйозні втрати для росіян в цій війні? Ну, элитные они только что не называют у себя, у них все там элитное. А если реально, то это просто специфические войска, это специфика подготовки. Это войска, которые выполняют задачи в основном прорыва, марш-борсков, занятие плацдармов, пока не подходит основная техника и вооруженные силы. То есть они специфические, а их используют в разных режимах, потому их очень много и потеряли. Это все равно, что микроскопом гвоздь забивать. Вроде как их можно гвоздь забить, только микроскоп после этого настройку потеряет. Ну и не для этого микроскоп нужен. Для забивания гвоздей нужен молоток или что-то другое. Но вот и здесь та же самая картина. Потому вот эти специфические войска, специально отобранные, подготовленные, они были уничтожены как раз при выполнении ими не их деятельность, когда они занимались, не свойственной им деятельностью. Потери десанта – это довольно-таки ощутимые, потому что готовить десантника надо не один месяц, даже не один год. Про підготовку ви згадали, до речі, нам Чехія передала симулятори навчання на F-16. Скажіть, пане Романе, як ви вважаєте, ці симулятори, вони хоч трішки є наближені до того, що пілот може дізнатися про F-16? У нас вони називалися ТЛ, тренажер льотчика. Симулятор, він як-то немножко не відражає всього спектра виконання задач. Тренажер льотчика. Тренажер – це льотний состав, може в кабіні самоліта на земле выполнять и тренироваться в переключении внимания, в некоторых доведении до автоматизма некоторых действий в воздухе, то есть готовиться к особым случаям в воздухе, может готовиться на земле без полета, то есть до полетов, готовиться к использованию вооружений, то есть практически 70%, 70-80% подготовки летчик может проводить на земле, но на таких вот тренажерах. Именно эти ТЛ, тренажеры летчиков, очень нужны для переучивания и для первоначальной подготовки, так как много чего дают летному составу до самого полета. А уже в полете эти навыки, которые летчик получает на тренажерах, он уже применяет при выполнении учебно-боевой задачи в воздухе на самом самолете. Это уменьшает количество налеток и количество финансирования для подготовки летного состава. Вот такие тренажеры. Они тоже не дешевые, с одной стороны, но это все-таки не самолет. Пане Романе, цікава заява пролунала з Кремля, тому що регулярно речник Путіна Пєсков спілкується з журналістами. І от журналіст запитав Пєскова, чи прагне Росія до захоплення нових територій українських. На що він відповів? Ні, ми просто хочемо контролювати всю територію, яка тепер записана в нашій Конституції як наша. Це є вже зміна СВО і планів СВО, тому що раніше вони ж і на Київ йшли, і в Одесу, а тепер розповідають, що хочуть контролювати лише те, що внесли так звану свою Конституцію. Ну, это чуть хотелки, они уменьшают, но все равно они серьезные. То есть, вот это, кстати, та проблема, о которой неоднократно мы с вами тоже говорили. Они сами создали проблему. То есть, с ними нет смысла ни о чем переговариваться, никаких переговоров, договоров, никаких отношений, так как пять наших областей внесены в Конституцию Российской Федерации. То есть, это с одной стороны. Любые контакты с Россией – это значит легитимизация этого внесения наших территорий в Российскую Конституцию.
и практически подтверждение аннексии, почему и не будет никаких переговоров. И очень правильно, очень грамотно это сейчас. Все военно-политическое руководство вместе с народом и армией подтверждают, то есть до границ 91 года, до полной деоккупации Украины, до выхода на госграницу, а только потом какие-то контакты с агрессором. Но и этого мало. Даже после того, как мы выйдем на госграницу, уничтожив практически всю российскую армию, пока россияне не выведут из своей конституции наших 5 областей, также с ними нельзя контактировать, так как это, опять же, будет легитимизировать потерю наших областей уже в правовом, так сказать, поле. Потому остается одно после выхода на госграницу добиваться уничтожения Российской Федерации, развала Российской Федерации, так как ни одна политическая сила в России не выведет, нет механизма выведения наших областей из их конституции. Даже разговоры об этом в России считаются уже уголовным преступлением, и за них идет уголовная ответственность. Потому россияне сами, так сказать, себе отрезали этот сук, на котором сидели. И все, хода назад просто нет. До полного развала Российской Федерации. Ну, а Песков, он другого тоже сейчас на данный момент не скажет. Почему? Потому что он как раз подпадает под эту уголовную ответственность за отторжение, так сказать, этих областей, если он начнет говорить что-то другое. То есть только для них это только так. Они только так это видят, вписали в Российскую Конституцию, на, теперь делайте, что хотите. Пане Романе, Буданов в інтерв'ю останньому заявив наступне і пояснив, чому він регулярно говорить про те, що в оточенні Путіна є наші агенти. Він каже, що в Росії і так знають про те, що є джерела в нас, але коли він про це заявляє публічно, це паралізує їхню роботу, вони починають нові перевірки. Як ви вважаєте, справді впливає оце от викидання в публічне поле заяв, що є крути і є агенти наші в Кремлі? Однозначно, после каждого такого заявления, допустим, такого уровня руководителя, россияне действительно должны проводить проверки. Там какой они результат по этим проверкам получают, это уже другой вопрос. Но сами проверки однозначно должны проводить, причем это напрягает, очень сильно напрягает в психологическом отношении. Все руководство штабов, так как проверки проводятся специальными органами, там и довольно-таки серьезные, иногда находят совсем не то, с чем шли, называется. Задача проверить по Буданову, а находят по Китаю, ну, допустим, китайских агентов. И от этого, конечно, мандраж идет по всем штабам. Потому такие заявления Буданова он должен делать где-то каждый месяц, вот первое число, утром проснулся и заявление, что вот опять у нас там есть, кому нам сбрасывать информацию. И дальше целый месяц россияне вот в таком напряге подпрыгивают от каждого звонка. Пане Романе, зараз від 5-6 числа відбулася зустріч в Джадді, Саудівська Аравія. Було багато представників різних країн, понад 30, серед яких Китай, Іран, Індія, США. І західна преса повідомляє, що вони обговорювали мирний план формулу Зеленського, і повідомляють, що Китай обережно, але схиляється на бік України. Як ви вважаєте, це є позитивний момент в цій війні? Ну, то, що Китай, ну, це, скоріше всього, американці вместе з саудитами підтягнули Китай к такому роду пока, по крайней мере, отношений. Его наличие на таких конференциях, ну, нежелательно было бы. Почему? Потому что Китай все-таки на стороне России на данный момент. Но американцам это было нужно для каких-то своих решений, каких-то своих геополитических задач. Потому они его и подтянули, усадили. Ну, а дальше уже китайцы будут свою скрипку играть. Они всегда свою играют. Поэтому такие заявления, ну, опять, это я бы не сказал, что они там прямо на стороне Украины играют. Это они выразили готовность в участии в следующем каком-то раунде такого рода переговоров. Здесь очень опасно
то, что сейчас начнется в российских пабликах, в российских помойках, сейчас будет литься со всех сторон, надо правильно к этому относиться. Россияне сейчас включат режим ИПСО, начнут такие отношения обливать грязью, рассказывая о том, что украинская делегация готова отдать территории, готова там без каких-то, без выхода на госграницу заморозить конфликт. Ну вот в таком режиме начнут запускать, надо быть к этому готовым, еще раз повторюсь, начнут запускать большие мощные ИПСО. Причем они будут со всех утюгов, они проплачивают в изданиях зарубежных сливы, вроде как сливы информации. И сейчас на информационное поле будет произведено такое давление со стороны России. Ну, здесь наши правители, которые занимаются этим вопросом, должны четкую позицию обозначить. Ту, которую они обозначали, по крайней мере, до поездки, на самой поездке, ну и после поездки обозначить четкую позицию еще раз о том, что никаких переговоров до выхода на госграницу до 91-го числа, до 91-го года, пока хоть один российский солдат находится на территории Украины, любые переговоры – это сдача территории, это капитуляция. На это никто уже не пойдет. Все прекрасно понимают, что любой политик, любой государственный деятель, который до этого опустится, до такого, он будет разорван украинским народом на молекулы. А дальше уже обратно вряд ли получится собрать. И именно это прекрасно знают, ну, все практически наше руководство об этом. Потому никто не пойдет на сдачу украинских территорий. Никто, ни у кого и мысли даже такой не возникнет, потому что, ну, сильно в украинском обществе негатив под любую сдачу, под любые переговоры с россиянами. Потому вот с этой точки зрения, если смотреть, то переговоры такого рода они должны быть еще и очень осторожны, то есть осторожно к ним относиться, так как могут, допустим, тот же Китай, вроде бы как под личиной того, что он там чуть смягчил какие-то отношения, они могут сейчас с саудитами, китайцы, саудиты, они могут протянуть какую-нибудь декларацию, такую, как в свое время Порошенко с Меркель по Минску второму. Они тогда Минск-2 подписали, а по Минску второму потом через ООН была протянута декларация, по которой Украине буквально запрещалось вести боевые действия. Мы тогда даже не летали, нам запретили летать над Донбассом, над оккупированным. И это, кстати, декларация, резолюция, это она до сих пор, не декларация, а резолюция ООН, она до сих пор действует. И по большому счету за границу Минск-2 еще большой вопрос, как проходить, потому что эта резолюция, уж никто ее не отменял. И вот надо очень быть аккуратным, очень смотреть к таким отношениям с этой точки зрения, чтобы уже политики в режиме геополитики, то есть китайцы те же, саудиты, может и американцы в том числе, тоже надо за этим следить, чтобы они нам какую-нибудь свинью не подсунули в ООН, протянув еще какую-то резолюцию, которая просто обяжет нас прекратить боевые действия на данном этапе. Это возможно, это могут сделать, это же уже было сделано. Поэтому, ну, посмотрим, украинское общество, оно уже прекрасно понимает за всеми этими и будет следить за действиями уже и геополитических игроков. Пане Романе, британська розвідка передає наступне по півдню України, тимчасово окупованому, що Росія відчуває проблеми з тактичною авіацією на півдні, мовляв, що вони її не можуть повністю застосовувати. За літо було 100 вильотів, чи це багато? І вони використовують вільно падаючі бомби, ковзуючі якісь, так, які є неточними. Ну, так и есть. Это россияне из-за того, что у нас ПВО очень сильное, мощное, зенитно-ракетные комплексы хватает, достаточно развернуты, они близко не подходят. То есть подойти можно либо на дальность пуска КАБов, это корректируемых авиабомб, планирующих авиабомб, либо на предельно малых высотах, чем пользуются, допустим, те же вертолеты, те же К-52. То есть они пытаются
идти на предельно малой высоте, где-то на высотах меньше 30 метров, до границы работы ПЗРК, наших ПЗРК, и отстреливаться. Вот у них две ракеты, одна довольно-таки удачная, «Вихрь-1», они ею работали, она 10-километровая, на 10 километров может выполнять боевую задачу. Сейчас у них появилась еще одна ракета «Эльмур», так называемая, с дальностью до 15 километров. То есть вот К-52М, именно эти вертолеты, которые могут работать этой ракетой. Но наши системы ПВО, они совершенствуются, выходят на боевое дежурство, уже становятся некоторые системы, которые нам наши партнеры передают, новые армейские. Они вроде как и с дальностью там до 12-15 километров, но это как раз достаточно для того, чтобы уничтожать вот такие летательные аппараты, которые пытаются уйти от больших зенитно-ракетных комплексов, подныривая под лучи локаторов. Пане Романе, по фронту лінії бойового зіткнення ми сьогодні не проходились, бо змін фактичних немає, але є цікавий, якщо можна сказати, такий момент. Тому що ми з вами неодноразово говорили, що на Куп'янсько-Лиманському напрямі в росіян значна перевага в живій сили, в техніці, в авіації. Але от дивне, біля Кармазинівки вони в другій третині липня намагалися просуватися, зараз ми їх відбили і продовжуємо їх вибивати. Ось ми біля Нової Горівки просунулися. Як таке може бути, що в них там є значна перевага в живій силі, а ми їх звідти вибиваємо? Це на контратаках відбувається. Росіяни намагаються атакувати. Атаку іноді ми немножко пропускаємо, тобто даємо їм втягнутися в атакующие действия. Но на те участки, которые очень хорошо простреливаются нашей артиллерией, и потом идет подготовка к контратаке. И после уничтожения российской группы передовой нашей артиллерии, они начинают уходить, и вот на плечах противника наши войска на контратаке улучшают свои позиции. И вот такими контратаками, это с одной стороны, это так называемая активная оборона. Можно ее так назвать. То есть сначала выдерживаем атаку, а дальше на контратаке улучшаем свои позиции. Именно так и идут процессы на Луганском фронте. Дякую вам, пане Романе. Нагадаю, це наше традиційне зведення. На календарі в нас 7 серпня, понеділок. Не забувайте коментувати, не забувайте обов'язково ставити лайк, аби відео йшло традиційно в рекомендації. І ділитися цією розмовою з родичами, друзями, знайомими. Я вже не раз вам казав, що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій території, на нашій землі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.